Добрый вечер, здравствуйте все дорогие. Я немного задержалась, спасибо вам за терпение. Тем, кто присоединяется, я вас приветствую. Пытаюсь найти такую музыку, которая создала бы самое благоприятное, что ли, настроение и атмосферу. Так, я уже вижу среди присутствующих моих родных людей, Джей Радха. Джей Гурудев, родная, я тебе напишу насчет нашей встречи. Ты не думай, что ты уедешь из Москвы, не повидавшись. Так, хочется такую музыку, чтобы она была и прекрасна, и нейтральна, знаете. У меня есть целый сборник из, наверное, доброй сотни композиций, а то и полутора сотни таких очень медитативных, но вот один альбом побеждает все остальное. Вот он самый. Ашана называется. Jai Shri Ram. I'm greeting our English-speaking guests, all dear people from India. Интересно, да? Весь мир вещает. Я очень рада, что вот если и итальянцы пишут, и индусы пишут, и из Кавказа пишут. Всем мы рады, всем мы счастливы. Ну что, я чуть-чуть сделаю потише. Надеюсь, что не помешает нам этот звук. Итак, я сейчас объявлю, о чем эфир. Потихонечку буду выключать комментарии, потому что я на них очень сильно отвлекаюсь. И буду более сконцентрированно с вами общаться. Итак, давайте я прежде всего произнесу мантры, которые синхронизируют меня и все, что я буду говорить с моим мастером и вообще с линией мастеров, которой я принадлежу, которой я следую. И все, что я говорю, все, что я делаю, оно так или иначе отражает, несет эти знания, эту информацию, это учение. Поэтому сначала мантры, а потом все остальное. Ом агняна тимирандасья гьяна джана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха. Хе Кришна каруна синду дина банду джагатпате гопеша гопика канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Радхе Вриндаванешваре Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прие Хари Рама Хари Рама 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Я Кунди Дутушара Хара Давала Яшубравастра врита, я вина вараданда мандитакара, я швета падмасана, я брамхачута шанкара прапитипи, деви сада вандита, самам пату сарасвати бхагавати, буддхи прадам шараде. Ну все, пошел процесс. Я вижу, что среди комментариев был вопрос: Кришне молитесь? Да, в том числе. Я сейчас из приветственных мантр обратилась сначала к аспекту гуру и ко всем учителям. Затем я обратилась к аспектам Кришны, Радхи, Рамы и к Сарасвати, аспект Божественной Матери, которая олицетворяет и покровительствует такие явления в нашей жизни, как науки, красноречие, творчество, да, и знания, высшие знания. Поэтому нравится вам это или не нравится, я верю в то, что я верю, я несу то, что я несу. Если вам не нравится, пожалуйста, удаляйтесь из этого эфира, а я тем временем выключаю комментарии, потому что, как и сказала, они отвлекают нас всех. Итак, тема эфира, я вот не знаю, видно ли вам в закреплении, я делала заголовок,
Может быть, попробую... Ну, ладно, это не так важно. Тема эфира «Жизнь как медитация». Вот так я решила ее назвать, его назвать, этот эфир, потому что меня саму в последнее время, особенно в последнее время, особенно конец декабря и весь этот январь, очень интересует, очень влечет эта тема внимания, да, вот этого фокуса внимания, который мы направляем, либо вовсе не способны направлять. Где мое внимание? Где я присутствую? Потому что есть один основополагающий закон, который придуман не нами, не нам его отменять. И, кстати, не так важно, верим мы в него или нет, он просто работает. Этот закон гласит, где твое внимание, там твоя энергия, там твоя сила, там твое присутствие. А еще есть продолжение. Этим ты становишься, и это ты увеличиваешь. Представляете, какая могучая мысль. Давайте еще раз повторю. Там, где твое внимание, там твоя сила, там твоя энергия, там твое присутствие. Этим ты становишься, это ты увеличиваешь. О чем нам это говорит? Давайте мы чуть-чуть это расшифруем. Что если я своим вниманием не в этом моменте, не в... Знаете, вот я не хочу и всячески не хочу говорить избитыми фразами, которые уже у меня самой вызывают уже изжогу. Ей-богу, я хочу найти нужные, не то что даже нужные, а самые, наверное, точные слова. Почему я обратилась к аспекту Сарасвати, чтобы она помогла мне найти самые точные слова, чтобы я выразила, смогла выразить все то, что я чувствую. Потому что, как и всякий человек публичный, особенно если я еще и артист, все мое творчество, вся моя публичная деятельность, она о том, что со мной происходит, что я сама проживаю, в чем я преуспеваю или... что является для меня каким-то катарсисом, откровением, и этим я делюсь всеми фибрами своего существования. Будь то музыка моя, будь то Сати Клаб, о нем, кстати, тоже будет сегодня идти речь, в конце февраля мы начнем, да, я думаю, даже с середины февраля мы начнем уже открывать двери, и 1 марта у нас будет третий поток, об этом тоже пойдет речь. Все это про то, чем я являюсь. Все это про то, чем я живу, и, собственно, это я несу, потому что другого быть не может. Да, то, о чем я говорю, оно еще мной не обретено. Знаете, я этим не стала еще. Я сегодня буду говорить о силе внимания, силе присутствия в моменте. Это, да, основа нашей сегодняшней встречи и темы. Но стала ли я этим... Вещаю ли я вам сейчас как какой-то мастер, который этим стал? Нет, я только вот стремлюсь в эту сторону. Иногда, знаете, я вот просто лежу даже очень пассивно в эту сторону. Иногда так уже как-то активнее туда иду. То есть у меня бывают, конечно же, и взлеты, и падения в этом направлении. Когда я собираюсь и включаюсь, у меня это все хорошо получается. Когда теряю бдительность и распускаю фокус своего внимания, ну, происходит всякая фигня. И потом очень трудно себя собирать, очень трудно, знаете, это как стадо овец, вот я как будто пастух, и вот у меня стадо овец. Вот это стадо овец, это как бы весь фокус, или, скажем так, вот все то внимание, которое у меня есть. Условно, да, масса моего внимания. И вот эта масса внимания, если я как пастух теряю из виду, то есть я не могу следить за своим стадом, то оно просто рассеялось, развеялось, разбежало, кто-то вообще со скалы там попадал. И так же, как тяжело вот их всех собирать, ровно так же со вниманием. То есть все время нужно держать его вот в каком-то контроле, в каком-то таком тонусе. Вы скажете,
это же пипец как трудно, и это же очень тяжело. Я скажу, да, это реально тяжело, но особенно поначалу. Но если это превращать в игру, то это прикольно, это интересно, это приятно. Мы так устроены, что мы не любим учиться, нам лениво и тяжело быть дисциплинированными. Я сама такая, я ненавижу дисциплину до сих пор, и как только есть возможность схалтурить, я обязательно это буду делать. Я себя знаю, но я опять же себя знаю, что как только это превращается во что-то приятное, прикольное, игровое, то я в это включаюсь. И у меня начинается это и получаться, и я удовольствие от этого получаю, и результаты хорошие. Вот пример приведу с занятием итальянского. Вот я, кстати, только что закончила урок итальянского, быстро-быстро успела там кое-как нанести макияж. Еще, поскольку я была голодна, мне надо было успеть покушать. И я к тому говорю, что итальянский мне очень повезло с преподавателем. Он как раз такой парень, такой педагог от Бога талантливый, что он смог дать мне такой вкус к итальянскому, к самим занятиям, хотя как бы тяжело, очень тяжело учить новый язык, особенно если тебе уже немного за 30, да, а мне уже немного за 40. То есть я реально чувствую, что мозги начинают скрипеть с каждым годом. Наши нейронные связи начинают просто бетонироваться. Вот я по себе это чувствую, это всего-то 41 год. То есть, да, я все время что-то, казалось бы, изучаю, но я с итальянским поняла, что недостаточно нагрузки я давала своим серым веществам, своим нейронным связям, потому что итальянский реально заставляет мою коробочку скрипеть. Как мой муж говорит, моя бедная крысочка в моей коробочке, она реально иногда просто в шоке. Вот я к чему, что вот мой педагог Роберто, он как так смог сделать, чтобы для меня итальянский стал реально кайфовым времяпрепровождением. Да, я далеко не всегда успеваю или там халтурю с домашним заданием, и я когда вот прихожу, иногда бывает в ужасном состоянии, не сделала домашнего задания, говорю, Роберто, вот я каюсь вот так, он говорит, ничего страшного, главное, что наша встреча состоялась, и он начинает все это так... легко переводить. Сегодня, например, я говорю, я не помню, извини, пожалуйста. Он говорит, за что ты извиняешься? Ты меня не ударила в нос или там по глазу. Тебе не надо извиняться. И он не манипулирует какими-то словами, типа, это же тебе надо. Ты же себя оббираешь, а не меня. Да? То есть он не вводит меня в чувство вины. Он максимальное такое чувство и атмосферу дружелюбности, радости, легкости создает. И я очень многому у него учусь в отношении вот преподавания и того, как быть человеком, который дает, передает знания или какие-то навыки. То есть давать людям пространство, в котором им было бы легко, радостно, игриво, потрясающее чувство юмора, это тоже очень, очень важно. И еще есть один замечательный такой Александр Бабаянс, я надеюсь, что я не ошибаюсь ни в имени, ни в фамилии, который следует принципу гуманной педагогики Амунашвили. И я посмотрела как-то его видео, и он рассказывал, что как-то, говорит, я опрашивал родителей, ну, то есть было собрание родителей, я им говорю, вот представьте, вы педагог в школе, и придет мальчик, ну вот вы педагог в школе, урок начался, стук в дверь, и заходит мальчик, двоечник, который, в общем-то, опаздывает всегда. Вот не было дня и занятия, когда бы он не опоздал, и он такой вот в целом, ну такой отстающий по всем параметрам, неблагополучный, да, как у нас любят говорить. И как бы вы его поприветствовали? И вот он рассказывал, не Мнашвили, а Бабаянс, он говорит, родители стали перечислять фразы приветствия, какие бы они произнесли для этого ребенка. Кто-то говорит, вот, опять ты опоздал, пожалуйста, будь добр, уважай, больше так не делай. Кто-то сказал, ну, зайдешь на следующем уроке. А кто-то сказал, ладно, так уж и быть, зайди, садись, там, будь там внимательней. И все это выслушал Бабаянс и сказал,
А я предлагаю иначе. Я предлагаю сказать: дитя, какое счастье, что ты сегодня пришел. Как же мы тебя сильно ждали всем классом, и без тебя мы не могли начать урок. И было грустно даже начинать урок без тебя, и какая радость, что ты пришел, ты успел, садись, дорогое дитя, ни о чем не переживай, ты ничего не пропустил. И он рассказывал, что он сам был таким ребенком, не самым благополучным, и он наблюдал множество таких историй, когда педагоги, вот так относясь к ребенку, давали столько любви и понимания, что ребенок в конце концов думал: офигеть, значит, я этого достоин. Значит, даже если я ошибаюсь, даже если я опаздываю, меня любят. И меня любят не потому, что я прихожу вовремя и выполняю все домашние задания. Меня любят просто так. И вот это бесценное чувство, что тебя любят по определению, оно дает колоссальную силу. И он рассказывал, что много случаев, это не единожды повторялось, когда вот такой неблагополучный ребенок становился весьма даже благополучным. То есть он реально начинал лучше учиться, быть лучше в дисциплине, в поведении своем. То есть он хотел сам, ему никто не говорил: ты должен, ты там позоришь. Ничего никто не говорил. Я всю эту долгую историю и как бы вступление к тому, что вот так же я хочу, чтобы тема с медитацией и с дисциплиной в отношении медитации вводилась для нас вот в жизни. И мы в клубе так делаем, у нас супер лояльные, очень теплые преподаватели и эксперты. Я сама стараюсь такой быть, хотя мне очень сложно, потому что я сама с собой супер жесткая и строгая, соответственно, я к другим такая же. И для меня это большой-большой труд. И каждый микрошаг, микропобеда для меня очень ценный, и стараюсь за это себя поощрять, потому что это прямо достижение. Быть к себе добрее, к себе нежнее, бережнее, а, соответственно, и к другим. Я это все веду к теме медитации, потому что она, я знаю, вам кажется такой, типа, ну, скучно, сложно. Как это все начать, непонятно, возможно, у кого-то был неудачный опыт, а еще куча дурацких мифов на тему того, что такое медитация. А я же хочу донести, что медитация — это сама жизнь в каждом моменте. Вот сейчас я с вами общаюсь максимально, тотально, настолько, насколько я на это сейчас способна, а ведь, ну, как бы, совершенству нет предела, как вы понимаете. Я присутствую в этой беседе, я включена в эту беседу, я как будто вижу ваши глаза. Мне сегодня повезло, у меня хорошее настроение, состояние, да, я там не очень выспалась, но тем не менее я к тому, что у меня хороший уровень энергии. Но когда уровень энергии не такой хороший, бывает, что очень тяжело вот это все собрать. И почему даже при том, что я не выспалась или там какие-то нюансы, вот этот уровень энергии высокий, и он с каждым днем все более устойчивый и регулярно вот в таком хорошем состоянии. Потому что это натренировано, потому что это годами натренировано. И учитывая там образ жизни, степень нагрузки, которую я на себе несу. Некоторые врачи, а я по ним хожу периодически, по разным и лучшим, мне очень повезло, они говорят: деточка, вы живете на каких-то немыслимых для нас источниках энергии, потому что вы как там человек на вегетарианской, веганском питании, мол, как вы вообще такую нагрузку, когда я им рассказываю, что мне предстоит, какое количество перелетов, нагрузок, они просто, ну, кто-то крутит пальцем у виска, кто-то пожимает плечами, говорит: я не знаю, как вы все это вывозите. То есть это не то, что там у меня верх совершенства, есть свои какие-то вопросы, нюансы. Я к тому, что натренировывается. И, конечно же, краеугольным является состояние. Состояние твоего
сознания, твоей психики, нервной системы. Это все тоже вот этими медитативными практиками натренировывается. И они диктуют состояние физического здоровья. И даже если тело что-то там, когда у тебя в голове все в порядке с твоими мыслями, с твоей способностью фокусироваться, твоя способность фокусироваться не на какашках, а на ромашках, потому что, знаете, вот дорога жизни, и по обочинам будут и какашки, и ромашки. И вопрос только в том, на чем ты выбираешь фокусировать свое внимание. То есть это фокус внимания, это некий луч, прожектор. Ты идешь, куда ты направляешь этот прожектор? И представим, давайте, путника, который направляет свой прожектор постоянно на какашки, какашки, какашки. Ну и как бы, и чем он становится? О чем его мысли и сознание? Да? Что он транслирует вообще? То, что вобрал. А что он вобрал? То, на что направлял свой прожектор внимания и сознания? Какашки. Соответственно, как бы... Логика простая, это все про метафизику, что набрал, то и отражает, чем он наполнился. И, ну, соответственно, и тот, который направлял на ромашки, цветочки, на все самое такое позитивное, светлое, возвышенное, у него совершенно другое, противоположное. И это банальная история про позитивное, негативное, оптимист, пессимист. Все настолько просто, что кажется, что... Надо, чтобы какой-то умный коуч, умный какой-нибудь, знаете, вот мастер, там какие-то заумные слова новые придумал. Я много изучаю разных спикеров и с уклоном в психологию, с уклоном в психотерапию, с уклоном в коучинг и там еще что-то. Того же Ситникова слушаю, Черниговскую мою прекрасную, обожаемую. И, в общем-то, все говорят об одном, разными словами. Слова тоже формируются из того, какой словарный запас у человека. Следовательно, как много и какого качества книги он читает, потому что только чтение книг реально формирует тот самый словарный наш запас, который мы уже орудуем в речи, то есть свободно, бегло, даже в самых стрессовых ситуациях. И кто-то, заморачиваясь, я вот вижу, что кто-то прям сидел и заморачивался над формулировками. Те же самые простые слова, как быть позитивным или быть негативным, быть оптимистом или пессимистом, начинают упаковывать в какие-то такие модные, что ли, слова, но суть-то та же самая. И я долго размышляла, и все еще размышляю, думаю, да, вот я же вначале сказала, что я не хочу говорить избитыми фразами, но и не очень-то получается, потому что либо я запарюсь, заморочусь, начитаюсь вот этих умных книг и буду терминами оттуда вам говорить, чтобы вас цеплять вот этими словечками и впечатлять вас, да, пуская пыли в глаза, уводить от главного, от простого, тогда как действительно все настолько просто, что если я типа усложню, я вас впечатлю, заморочу и уведу туда, куда надо. Но ведь не это моя цель. Моя цель из вот этой простоты, потому что мой главный источник вдохновения, пример, который наивысший, непререкаемый в моей жизни, это мой гуру. Я всегда, кстати, выбираю именно эту точку в моей большой квартире, потому что, во-первых, здесь свет удобно установить, ну и самый большой красивый портрет моего мастера. Мне это важно, чтобы вот я, глядя в экран, не только себя вижу и могу там себе что-то поправить, но я вижу его, и мне кажется, что он на меня смотрит, что мне направляет и подсказывает. Я к тому, что когда он говорит, а он мог бы всяко сложно завертеть, он настолько просто говорит сложнейшие, даже не то, что слово сложное, я не люблю, потому что оно, знаете, как с ложью, да, сложно. Он настолько вселенско-глобальные, глубочайшие мысли просто излагает,
Он рассказывает очень простые, какие-то даже детские притчи, истории, сказания. И поначалу тем, кто привык, знаете, к этим изыскам, им кажется, что за фигня, почему так все просто? И он ошеломляет вот этой своей простотой. И я за 12 лет неустанно наблюдаю и восхищаюсь моим Гурудевом, который вот именно этой простотой покоряет сердце. Потому что есть такое, обожаю, я очень это выражение, оно такое немножко даже старорусское, где просто, там ангелов со 100. Со 100, знаешь, типа, ну, около 100 или более 100. А где мудрено, там ни одного. Где просто, там ангелов со 100. А где мудрено, там ни одного. Я как-то, ну, впечатлилась этим добрым выражением, что вот я хочу этого придерживаться. Простыми словами говорить о глобальных, пусть даже очень глубоких и, может быть, тяжелых для восприятия, на первый взгляд, истинах. Вот. Итак, я сделала себе кое-какие заметки, чтобы держаться фокуса. Но прежде чем приступить к этим заметкам, я скажу, что 11 февраля, я надеюсь, что у нас все получится, и то место, которое мы нашли, и вся та идея, которую мы намечаем с командой, все случится. 11 февраля мы проведем большое событие. Над названием, честно, пока думаем. Мне видятся такие вот фразы, как «global meditation», да, ну хотя оно такое немножко патетичное, да, «global meditation» или, может быть, не знаю, вместе по брейнштормим с вами, вы, может быть, что-то интересное предложите, потому что тема такая, суть очень проста, что вся жизнь и каждое действие в жизни как медитация. Я говорю с вами, я включена в вас, я замечаю каждую деталь, я в медитации, в определенном смысле. Я при этом даже могу попивать чай, это тоже аспект или форма моей медитации. И когда я пью этот чай, я замечаю его аромат, его оттенки вкуса, температуру, как он отображается у меня в полости рта, как он, опускаясь, да, обогревает и что-то там меняет внутри меня. Вот эта внимательность и к этим деталям, ко всем этим процессам, по сути, это медитация. Я знаю, что само слово, оно достаточно непростое, и медитация вообще-то как таковое слово, оно произошло от латинского, да, медитация. То не помню, в общем, от латинского корня. Но я говорю о, скорее, слове «дьяна», которое берет свое начало, которое принадлежит санскриту. Слово «дьяна» значит созерцание или вся та же медитация, но не та, над которой мы трудимся, мы ее специально делаем, да, как будто мы ее, так знаете, вот упражнение, а та, которая случается. То есть я очень хочу и в себе это докультивировать, развить до такой степени, чтобы никогда у меня уже это состояние не пропадало, я постоянно в нем пребывала, как пребывает мой мастер. А мастер ведь пришел для того, чтобы показать своим живым примером и сказать, если смог я, сможете и вы. Так вот, я хочу это и для себя, я говорю это все, кстати, прежде всего для себя, и для вас, потому что мне уже велено мастером делиться с вами всем тем, что я обрела и уже применяю. Так вот, я хочу тем делиться с вами, чтобы медитация стала самой жизнью или сама жизнь стала медитацией. Название мы придумаем. 11 февраля встреча будет об этом. И там будут инструменты, методы разные. То есть я хочу, знаете, чтобы это был некий фестиваль медитативных проб, техник, методов, вариаций, и чтобы это было так тонко, изящно, красиво, интересно и где-то весело, потому что медитация и этого не исключает. Чтобы мы все, и вы все, кто придет туда, я уже
заранее спойлер, это будет свободный вход за донейшн, тот донейшн, который вы сами можете себе позволить, и вырученные средства мы отправим на строение большого храмово-ашрамового комплекса в Москве, и это делается под по благословению моего мастера, этот ашрамово-храмовый комплекс. Кому потом интересно и кто захочет это поддержать, пишите мне в личку, я вам дам реквизиты. Кто вдруг захочет сделать благотворительный взнос или пожертвование, или жест, это всегда приветствуется. И говорится в священных писаниях, что одна из лучших, высочайших пуни, пуния с санскрита переводится как духовная заслуга, иначе говоря, плюс в карму. Это когда человек жертвует на строение храма или строит храм. И я не то чтобы, типа, вот я там сейчас сделаю и себе там плюсов в карму заработаю. Просто я знаю, насколько это важно. Я знаю, сколько радости, благо это принесет людям. Не только нашему поколению, но еще тем, кто придут после нас. Так вот. 11 февраля, раз уж я начала так отчаянно спойлить, я знаю, что часть моей команды не любит, особенно наш продюсер Алена, она не любит, когда мы рассказываем какие-то вещи сильно заранее, а я не в силах это в себе удержать. И раз уж у нас случилась такая встреча, рассказываю, что в этой встрече или на этой встрече мы попробуем разные способы, чтобы почувствовать вкус. Что такое вкус? Вот как мороженое. Вспомните, как в детстве ребенок пробует мороженое, и потом его за уши не оттащишь. Вот так же я хочу, чтобы вы почувствовали, да, вкусили, да, вот этот вкус медитации так, чтобы он настолько вам зашел, он настолько вам показался сладким, чтобы вы хотели его пробовать вновь и вновь, чтобы снова и снова проживать это состояние. Чтобы вы прямо, ну, стали зависимы даже в хорошем смысле этого слова, как мы все зависимы уже от того, чтобы чистить зубы, принимать душ. Да, мы же что-то делаем для тела, чтобы плохо не пахнуть изо рта, чтобы был приятный запах и так далее. Да? Это элементарная гигиена, которую мы применяем к своему физическому телу. Но почему-то мы к своему тонкому телу, которое гораздо важнее, чем физическое, не применяем. Ну, то, чему нас научили, то, что нам давали в школах, детсадах, да, как мы росли и жили, то, собственно, мы и делаем. Вот, в общем, 11-го будет вот такая встреча, при которой мы сделаем, попробуем вот это все разными способами. Не только, знаете, когда мы садимся, вот типа медитации, мы же как это понимаем? Человек сел, закрыл глаза и что-то такое специальное сделал. Да, несомненно, это высший пилотаж, к этому, уверяю, надо еще прийти. Если бы вы знали, как много видов медитации, способов медитации существует. Но тогда, когда мы приходим к состоянию, что уже сама жизнь как медитация, или медитация как жизнь, тогда что бы я ни делал, я спонтанно впадаю в это состояние, или это состояние нисходит на меня. Это состояние похоже на некую волну или теплый, сладкий такой будоражащий душ, когда до мурашек пронизывает, ты в моменте, и что-то ты делаешь, неважно, не знаю, там режешь картошку, или принимаешь душ, чистишь зубы, или с кем-то говоришь, и ты настолько в этом моменте тотально осознаешь свое присутствие, что тебя начинает пронизывать до мурашек, до дрожи в позвоночнике. Вот это состояние, что я здесь, я сейчас. И вдруг цвета становятся на множество тонов ярче. Да, как будто, вот как на компьютере есть кнопка интенсивности цвета, яркости. Как будто вот просто прибавили. Звуки, запахи, вкусы, все становится ярче. А это значит, сама жизнь такой становится. И если мы рассмотрим то, как вот этот навык влияет на все сферы жизни, я вам говорю, тотально, абсолютно на все сферы жизни влияет.
отношения. Я с любимым человеком, и общение с ним неважно, просто разговор, занимаемся мы любовью, что-то совместное решаем, делаем. И даже если мы ругаемся, если я в этой тотальной осознанности, если я вот в этом фокусе внимания, в моем фокусе внимания мои чувства, мои переживания в теле, что происходит, да, мое дыхание, насколько оно участилось, как у меня там бьется сердце, как он выглядит, что он говорит, слова, из чего он говорит эти слова. То есть, представляете, это похоже на то, как будто замедлили кадр. Вот это кино, в котором замедлили кадры, и вы успеваете рассмотреть все детали. Представьте и обладать этим умением в момент кризиса, в момент ссоры, особенно если это с любимым человеком или, не дай бог, с шефом там по работе. И если вы обладаете вот этой волшебной палочкой, как свое внимание и фокус, которым вы замедляете процесс, вы победитель всегда. Не потому, что вы там кого-то положили на лопатки, а потому что вы владеете ситуацией. И я уже не говорю, насколько это круто, когда это касается сладких, позитивных моментов, как общение с друзьями, любимыми, с детьми. Я вижу разные примеры и того, как мамы, да, девчонки проживают свое материнство. У меня в окружении есть как такие, так и другие, ну, как бы разные примеры, да, такие полярные противоположности. Девчонки, которые... я не оцениваю это никак, не осуждаю. Девчонки, которые очень спешат убежать, поскорее убежать в свою нормальную, обычную, тусовую, движовую жизнь, потому что материнство их обременяет. Я вижу, прямо они тяготятся, да, вот тем, что жизнь уже не такая, то есть что-то там изменилось, к чему они не готовы были. И если бы только в этот момент они смогли бы вот этот замедляющий механизм в себе включить, увидеть, сколько радости, сколько важного, сколько колоссального роста вот этот опыт материнства дает, они бы многое приобрели. Ну, я вижу и других девчонок, их, слава богу, в моем окружении больше, потому как я сама мечтаю и жду этого чуда как материнство, я, конечно, на таких ориентируюсь, и для меня они вот такой живой пример, как они круто проживают свое материнство, как они включены, как они... Они для своих деток не просто мамаши, да, такие вот, я же мать, а они и подружки, и друзья, ну, такие, то есть у них там уровень такого супер, такой легкой дружбы, игривости, они на равных общаются со своими детьми, не то чтобы они вдруг сами деградируют и начинают уси-пуси, а, ну, короче, это долго вот это в это вникать, и мне даже сложно это пытаться облечь в слова, потому что это что-то, что я просто почувствовала. Мы даже не разговаривали, это мимолетно я почувствовала и сразу считала как состояние, в котором они пребывают. То есть для них вот это материнство, оно... это практика жизни. И когда одна из таких девчонок сказала, я не успеваю делать там, не знаю, какие-то практики медитации, крию, да, одна из них крию делает, я говорю, у тебя твоя крия, вот ты, говорит, настолько крута в том, что ты сейчас делаешь, то, как ты проживаешь этот опыт, что это порой даже круче, чем многие йоги, которые садятся в пещерах, закрываются от всех и там медитируют. И вот уровень твоего мастерства в общении с твоим ребенком, в сохранении твоей бдительности, твоей вот этой включенности, радостности, то есть она вообще супер, вот именно вот эта девушка, о которой я говорю, ее зовут Марина, вот она просто, я на нее смотрю, как на, не знаю, это мой, не знаю, моя ролевая модель, я круче пока не видела. Так вот, о чем я это все говорю, чтобы это стало настолько помогающим во всех сферах жизни. Про бизнес я
и говорить не приходится, насколько это круто, когда ты можешь направлять вот этот могущественный фокус своего внимания на свои цели. И более того, даже хотя бы в постановке цели, в которой далеко не все люди, знаете, имеют ясное видение. Многие даже не знают, что, там, какую цель поставить, как ее поставить, и уж тем более, как к ней идти. Да, вот есть ряд этапов. Сначала ты ее ставишь, эту цель, ты ее определяешь. Окей, ты ее определяешь, ты ее ставишь, причем, знаете, это как маяк на вершине скалы, да, и вот этот огонь маяка тебе светит, и как бы тебя ни штормило в этом океане жизни, этот огонь маяка настолько тебе вот светит, 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 это твоя цель, твоя мечта, и вот ты в любом случае этот огонек не потеряешь из виду. Вот так надо устойчиво, высоко на виду поставить свою цель. Но для этого ее надо определить, ее надо сформулировать. Это тоже определенная работа. И поверьте, вы уже не потеряете ее из виду, и мотивация будет как раз дойти до этого сияющего маяка. Потому что с мотивацией, я понимаю, все не так просто. Она сначала как будто так вспыхнула, потом раз так же сдулась. Через, там, не знаю, месяцок, год, три. И особенно это в отношениях прослеживается, когда вся эта, знаете, свежесть и аромат букетно-конфетного периода проходит, дальше что остается? Что-то, над чем как раз нужно очень ювелирно, вовлекшись, потрудиться. Вот нам уже пошел 7-й год нашего союза, да, нашей семейной жизни. Я понимаю, только сейчас, наверное, понимаю, как это круто, как с каждым годом вот все тончайшие новые нюансы открываются. И тогда, 7 лет назад, когда я только встретила Стефана, 6 лет назад, я встретила, мы через год поженились, соответственно, когда я только встретила, и когда мы поженились, я и, наверное, тысячные части этих нюансов не видела. То есть у меня, кроме вот мощного интуитивного чувства, что да, это мой человек, да, это влюбленность, да, это восхищение его изначально добрым сердцем, чистым сердцем, то есть это то, что сразу, знаете, как вот тот самый маяк, это такая целина, которая даже не обсуждалась и которая была видна даже невооруженным глазом. Но сколько еще нюансов мне стало открываться с годами. И это, опять же, я отношу к практикам и к тем навыкам, которые во мне оттачиваются с практиками. Мне не так давно одна девушка задала вопрос, а как вы распознаете, что в вас... как навык именно от практик, медитации, да, вот от всего того, что вы делаете, да, за все эти годы, а что пришло именно от опыта жизни, как вы это распознаете, откуда что пришло, откуда пришли вот эти там навык, сила и прочие способности, там мудрость. Я поблагодарила за такой интересный вопрос, потому что я вот так об этом не думала. И я помню, я ответила, что однозначно в сфере личной жизни я больше именно к опыту жизненному отношу успехи, так скажем, да, которые я впитала в себя, которые я как опыт набрала. Но сейчас я понимаю, что и сам опыт, то есть опыт это же как, он же, знаете, как... Тяжело в учении, легко в бою, говорят. То, когда мы совершаем наши практики, это учение, а жизненный опыт – это уже в бою. Я во многом и в большей степени учусь, наверное, в бою, поскольку мне менее интересно сидеть и все время учиться. Там есть люди, которые больше, гораздо большую часть своей жизни погружены в теоретическую часть, в то, как это должно быть, согласно там, да, они там слушают, читают, пишут, размышляют. Мне скучно.
да, вот в это все сильно углубляться я люблю прям в жизни. Даже я вот, знаете, из тех людей, которые инструкцию к холодильнику не дочитают, а начнут вот сразу же этот холодильник собирать, и по ходу я пойму, что, а, это сюда не подходит, то есть я перепробую все детали. То есть мне важнее это в деле, руками, самой, ногами, не знаю, попробовать. А есть люди, которые 300 раз перечитают эту инструкцию, обдумают ее и только потом возьмутся за, как бы, сборку. Вот. Надо просто понимать, к какому типу людей я отношусь, и успокоиться. Сегодня утром я подошла к мужу и говорю: так, мы должны с тобой договориться о таких-то вещах. Мы должны вот ложиться во столько-то, вставать во столько-то. А днем мы будем делать вот это, потому что нам предстоит там ближайшие дни в уединении. И мне бы хотелось, чтобы они были в определенном качестве. И он так посмотрел на меня и говорит: ну, ты же не будешь этого делать. Я говорю: нет, я буду, почему не буду? Ты же знаешь. Он говорит: вот именно, я знаю, ты не будешь. Мы сейчас сядем, проговорим, может, даже пропишем, но ты не будешь этого делать. Ты сделаешь так, как в моменте, ты почувствуешь, захочешь, не захочешь. Здесь где-то там, скажешь, спонтанно побежали туда, пришли сюда. Я такая: что, правда? И он стал хохотать в голос и говорит: ты такая, успокойся, прими себя, успокойся. И это, конечно, такое счастье, когда с тобой может быть кто-то, кто тебя знает, любит и принимает даже больше, чем ты сам себя. И это большой дар. Это, пожалуй, даже самый большой дар в жизни, когда такой человек тебе встречается и становится твоим партнером. Вот такая любовь, такое тотальное принятие и такая легкость и способность, не знаю, пошутить, посмеяться над тем, что для меня раньше было трагедией, признать, что я не волевой человек, то есть у меня даже нету, во мне это не встроено. Но я периодически пытаюсь сама себе показаться человеком, который ставит цели, идет к цели, напишет и будет строго следовать этому расписанию. Заметьте, как сколько минут назад я сказала, что сейчас буду следовать тезисам, и даже не заглянула в них. То есть и в этом вся я. И соль заключается в том, чтобы узнать, какая я, перестать с этим бороться, признать, полюбить и увидеть, что в этом, оказывается, моя сила, что вот такая я. И когда вот я говорю, пою, и все, что я делаю, говорю, ну, происходит из вот этого спонтанного, как такая, какая я, у меня энергия другая. Я знаю, что если бы я сейчас села и стала бы вот прямо вот, вот это вот делать, я бы чувствовала себя так по-другому. Вы бы меня чувствовали по-другому, и совершенно другой поток энергии был бы. Я вот это все хотела вам передать. Гораздо важнее и ценнее, чем все слова, которые не больше, чем вербальная конструкция. Состояние. Именно состояние я вам хотела передать. Я очень рада, что оно у меня вот такое, какое оно сегодня. И я знаю, что вы это чувствуете, вы это считываете гораздо больше, чем слова. Как могу, я ими тоже орудую и пытаюсь ими как-то вербализировать и сформулировать, да, это все донести, но за ними нечто большее. Я знаю, вы это чувствуете. Итак, у меня все-таки в тезисах прописано, что такое момент сейчас. Момент сейчас – это сила. Момент сейчас – это сей счастье. Сей сейчас. Сейчас как счастье, да, это кто-то даже сделал, не помню кто, по-моему, Олег Груз, такой поэт прикольный, вот он такую аббревиатуру придумал, сейчас как все счастье, это счастье, и когда мы сейчас пропускаем, мы пропускаем счастье, просто, как говорит мой муж, as simple as that,
Я, знаете, помню очень яркое применение этого осознания, когда мы с моим менеджером, тогда я работала с Лизой Лукиной, сколько лет назад это было? Когда вышла песня «До рассвета»? 2014, что ли? 15? Ну, короче, дело было к песне «До рассвета». Кто помнит песню «До рассвета»? И до рассвета, не смыкаются сетки, пусть горит любовь, любовь, да? И мы записали эту песню, и пора снимать на нее клип. Я тогда занималась от МакКри, я делала практики, у меня это все было в каждодневной моей рутине, безусловно. И, значит, нам надо снимать клип, и у нас это весь процесс, мы согласовываем команду, режиссеры, операторы, место, где будем снимать. И начинается какая-то свистопляска, такая странная, которая вдруг дает мне ясное ощущение. Со мной это не часто происходит. Это, знаете, как кризисный менеджмент, наверное, такой внутренний встроенный кризисный менеджмент. И я абсолютно точно знаю, что практики мои, весь этот багаж, который я наработала, они как раз мне в этом кризисном менеджменте помогают. В общем, я начинаю чувствовать, что ситуация выходит из-под всякого контроля, и если я не возьмусь за вот так вот прям все это не возьму и не поведу эту ситуацию, то она просто тупо развалится. У нас отваливаются спонсоры, партнеры, команда одна не может, вторая не может, начинается вот такой как бы круговорот странностей, отмен, совпадений, все это крушится, ломается. И все это к тому вдобавок, что Лиза говорит: ты знаешь, вот все это не получается. Я посмотрела, я там у кого-то спросила, она говорит, вот я спросила у видящих людей, чего я, кстати, категорически никогда не делаю и категорически против. Я спросила у видящих людей, она говорит, они сказали, что в эти дни будет какое-то плохое положение планет, что-то там Луна, Солнце и так далее. В эти дни нельзя ничего важного и значимого нового делать и начинать. Давай мы отменим, ничего не будем делать. Я думаю, ах, вот где собака зарыта. То есть мы же в партнерстве, и она вот в этом упадническом настроении сообщает мне, что вот ничего не получается. Конечно же, не получается, поскольку она как возничий, она должна была управлять всей этой повозкой нашей, как возничий, она говорит, я не знаю, как ехать, и все это разваливается. Я говорю, так, значит, я хватаю эти вожжи, и я помню, что я сидела на педикюре, у меня руки были свободны, она мне все это говорит и пишет, и вдруг я вспоминаю, как вот в практиках вот это фокусирование и направление внимания своей воли на то, что и куда я хочу, как это важно. Я просто вот так вот собираю, я не знаю, как это у меня получилось, оно похоже было на какое-то, знаете, как будто я поменяла само пространство, как будто я переставила вообще все кирпичи, все, как оно устроено. То есть у меня просто стало двигаться само пространство. Я как будто сопространству сказала, нет, будет так, как я сказала, я так чувствую. Я капитан этого корабля, и капитан своей жизни будет так, как я сказала. Я ей говорю, так, Лиза, берешь себя в руки, все будет, я все найду, я все сделаю. В итоге, поскольку у нас отменились там Грузия, Турция, везде, где мы должны были снимать этот клип, я звоню Эмину Агаларову, говорю, Эмин, дорогой, нам нужна помощь, у нас нет спонсорства, у нас нет бюджета, но нам надо снять клип, нам нужен там какой-то старинный город, у вас в Баку, я знаю, прекрасная часть старинного города, но нам нужны разрешения, поможешь ли ты нам? Он говорит, какой вопрос, сестренка, я все сделаю. Я говорю, еще у нас мало, ну, как бы маленький бюджет на проживание, там, прочие дела. Он говорит, я вам бесплатно предоставлю проживание в моем отеле «Сибриз» на берегу Каспийского моря. Я говорю, да ладно. Он говорит, да, вообще не вопрос. И то есть нам остается покрыть какие-то небольшие совершенно расходы. Я Лизе все это предоставляю. Он говорит, это круто, о боже, круто, как ты смогла, спасибо, ты гений. Я как бы держу. Я все еще продолжаю держать вот это поле.
Это то, как я, в этот момент я поняла, что значит держать поле. Я просто вот так вот, знаете, как вожжи, как будто у тебя впереди прямо, знаете, повозка из, не знаю, 50 лошадей и одни вожжи, которыми ты всем этим управляешь. Я прям держала эти вожжи, пока мы не приехали в этот Баку, пока мы не сняли оба съемочных дня, и только к концу второго дня я почувствовала, что я устала, и мне пора отпускать вожжи. Что я прям могу расслабиться, да, отдать их опять Лизе и расслабиться. И представляете, у меня все это, сейчас я подключу зарядку. Я вот такой удивительный опыт прожила, и, кстати, я почему-то никогда о нем не рассказывала. Но это вот к тому, что значит момент сейчас. Сила сейчас. Сила счастья в моменте. И согласно той моей истории, и это мне удавалось периодически после этого еще какое-то количество раз, просто тот раз был первым, и он был самым ярким и сильным. Он меня так впечатлил, что я даже не стала об этом никому говорить. Ну, сейчас-то я. Мне уже не страшно. Знаете, когда что-то такое очень шокирующее, сильное происходит, этим страшно делиться, чтобы, ну, типа, не сглазить. Да? Вот такое, наверное, было чувство. Почему мы расфокусированы? Вот я сейчас быстро по тезисам пройдусь, и мы уже потихоньку будем завершать. Почему мы расфокусированы? Потому что очень много входящей информации. То есть представь, вот ты сидишь как некое поле. Ну, окей, сейчас я придумаю другую аналогию. Вот ты некое облако, да, такое плотное облако. Ты чистое изначально, вот не замутненное, не запятнанное, скажем. И в тебя начинает залетать несметное количество, не знаю, там, стрел, пуль, каких-то, я именно вот такими метафорами, потому что это все равно атаки. Это рогатками, там кто-то камушек кинул, кто-то еще что-то. Это атаки, 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 все это залетает, пытаясь атаковать твое поле, твое пространство. Для чего? Чтобы взять твое внимание, чтобы завладеть твоим вниманием. Ага, прилетела стрела. И ты туда, куда, откуда прилетела стрела, почему прилетела эта стрела, кто ее пустил, и ты весь там. И что ты сделал? Ты направил туда свое внимание, отдал свое внимание, значит, свою энергию, свою силу, а следовательно, ты потерял. Ты ничего не обрел, потому что бывает, когда ты отдаешь внимание, но ты при этом получаешь. Есть здоровый обмен, а здесь это односторонняя фигня, которые тебя опустошают. Это наши новостные все сводки, каналы, паблики, вся эта история с новостями, они безумно тревожные для нас, и нет более частого там, заболевания или недуга у человека современного, как тревожность, панические атаки. Есть даже такой страх упущенных возможностей, это американцы не так давно сформулировали, и это очень такой яркий, страшный страх, что я что-то теряю, я что-то упускаю. Последние полгода я колоссальную работу провела тоже вот в отношении вот этого страха упущенных возможностей, потому что я всю жизнь, оказывается, была гонима этим страхом, да. Я как бы поняла, что это полная ерунда, она настолько обесточивает. И просто, знаете как, иногда достаточно проблему увидеть, ее признать, на нее посмотреть, и уже наполовину она решилась. Оставшаяся половина – это уже детали. При желании найдутся инструменты, это все решаемо. Так вот, почему мы расфокусированы, мы разболтаны. У нас вот этот самый синдром дефицита внимания, СДВ. Не только у детей. Я себя сама ловлю на этом синдроме. Я в целом так устроена, что мне тяжело реально вот сесть и сразу сфокусироваться. То есть мне надо еще как бы какое-то количество движений сделать, чтобы прям успокоиться. Потому что очень лобильная, подвижная нервная система. Надо себя изучать и тоже понимать, я какой изначально.
есть люди, у которых, ну, по природе нервная система и психика, они такие более такие, ну, такие медлительные. Следовательно, у этих людей даже физиогномика и даже кости, даже их устройство физическое, оно другое, чем вот мое, например. Да, вот такие сухощавые, худощавые, это тип, про который, ну, этот аюрведа говорит вата-пита. Вата – это ветер, пита – это огонь. То есть я состою из двух доминирующих элементов. Это огонь, это ветер и огонь. Ну, ты попробуй успокоить ветер и огонь. А есть третий элемент из той же аюрведы, называется капха или кафа. Капха – это вода и земля, да? То есть это такой элемент, который тебя заземляет, замедляет. Я знаю, что чтобы мне заземлиться, мне надо там выпить хорошего чая, ни в коем случае без, там, без кофеина, без вот этих вот там будоражащих возбуждающих факторов, покушать что-то. Иногда вот что-то небольшое, сладкое, но не сильно сладкое и немного. То есть я уже знаю, как это все работает. Погулять на природе, принять ванну, душ, особенно ванну, занятия любовью. Вот эти вещи и заземляют, и замедляют. И я знаю, что когда я делаю, и особенно если говорить о физических упражнениях, там дыхательные практики, какие-то йогические практики, мне нужно делать это супер медленно, то есть медленнее, чем тем, кто вот более такого плотного телосложения. Им надо, наоборот, разгонять энергию, а мне ее надо успокоить, чтобы в момент, когда я сажусь в медитацию или к чему-то, ну, где нужно сфокусированное внимание, я уже была подготовлена. Так вот, как я говорю, почему расфокусируем? Потому что мы не знаем себя, и мы не знаем, как себе помочь. Если мы тревожные типчики, то нам нужны факторы, которые нас успокаивают. Если мы, наоборот, такие ленивые, тяжелые типы, то нам нужны факторы, которые нас разгоняют. В пищу добавлять определенных специй, там, прогулки такие прям быстрые, с палками, там, немедлительные, да, а вот больше кардио-истории. Да, это вот нюансы, но они помогают. Дальше расфокусировка истории в том, что слишком много элементов внимания, слишком много новостей и событий, как вовне, так и в нашей жизни. У нас так много всего, что вот вчера уже, даже давайте вспомним с 2000 года все, то, что произошло, ковид. Помните, даже вот вспомнить все новости о ковиде, все там про ковид, сколько умерло, ай, в Китае сколько умерло, а в этом и в Италии, помните, насколько нагнеталась вот эта вся новостная история, и как, кстати, это было очень искусственно сделано, как я сейчас понимаю, сколько всего произошло, и в тот момент казалось, что это больше вообще ничего в мире другого нет, и как будто даже не будет. Но, видите, прошло 3 года, и мы о том уже как бы и не вспоминаем. Маски как будто остались в прошлой жизни, хотя всего-то 2 года, полтора даже как прошло, как мы сняли их, да? Специальная военная операция. Вспомните весь тот страх, ужас и все то, что с нами происходило. И то, насколько сейчас, ну, да, это я к тому, что как быстро события сменяются, как быстро мы переключаемся. С одной стороны, это здорово, это мы так себя защищаем, потому что было бы странно и страшно все еще залипнуть на всем том, что было 3 года назад. Но чтобы мы в моменте, когда это происходит и когда произойдет очередной трэш, а он обязательно произойдет, уверяю вас, судя по тому, что мой Гурудев в новогоднюю ночь объявил такую историю, сказал, что каждого 30 числа каждого месяца на протяжении этого года он сказал: я приглашаю вас, я прошу вас присоединяться ко всеобщей молитве и медитации. То есть каждого предпоследнего дня месяца, ну, 30 числа месяца, в феврале это будет 28 число, в 17 часов по московскому времени мой учитель будет выходить, наверное, это будет какой-то Zoom или YouTube, может, какой-то, какая-то прямая связь, какой-то эфир, где все десятки тысяч людей, которые будут включены в эту историю, в
это движение, да, вот это всеобщей медитации, будут присоединяться. Я со слезами слушала его слова, думаю, Господи, это же, во-первых, это его колоссальная любовь и сострадание ко всем живым существам, потому что он сказал, мы будем молиться за всех живых существ, за саму планету, за всех людей, за всех, кто в этом нуждается. И тут же мне интуитивно, вот внутри, мое предчувствие предсказало, что, наверное, что-то такое произойдет, для чего нужно там прям такое его участие в этом. И мы, когда с преданными учениками стали переписываться, все в один голос говорят, похоже, нас ждет что-то ого-го в этом новом году. Мне нет задачи там вас пугать и себя пугать, нагнетать, какая разница, произойдет и произойдет, выживем как-нибудь. Ну не выживем, значит, c'est la vie, да, такова судьба. Я к тому, что жизнь всегда будет давать вот эти ситуации, и это нормально, не в них дело, дело в нас, как мы реагируем, в каком я состоянии, как я выдерживаю эти удары, я мой тыл, да? Какими способами и практиками я могу себя возвращать в момент сейчас, в момент направленности вот этого внимания и в моменте сейчас, да, это прежде всего, но еще вовнутрь, вглубь себя, что во мне происходит, какие переживания со мной происходят, как я могу поработать с ними, как я могу их поменять. Ну, ведь истинно мы все это понимаем, я не могу вовне ничего поменять. Я не могу повлиять на войны, пандемии, эпидемии, голодовки, я не могу на это поменять, но я могу поменять то, как я это вижу, то, как я это проживаю, это единственное, что я могу поменять. И еще один очень важный момент, да, жизнь как репетиция. То есть мой Гурудев часто говорит, что вы люди, говорит он, живете жизнь, как будто вы, говорит, ну, как черновик. Как будто у вас потом будет возможность это переписать красивым почерком в новую чистую тетрадь, как в чистовик, да? То есть вы живете, как будто у вас будет второй шанс. А это вообще не факт. То есть мы живем в каком-то таком ожидании, ну вот завтра я там получу диплом, буду счастлив. Я начну работать, тогда нормально, заживем, похудею, буду себя любить, буду себя принимать, сделаю нос, сделаю сиськи, сделаю попу, буду себя любить, буду там себя, это самое, встречу тогда, этого, тогда я себя приму, да, то есть все время какое-то ожидание какого-то результата, к которому мы привязываем свое состояние счастья, удовлетворенности и прочего, то есть мы вырезаем напрочь сам процесс, и получается, что мы рассматриваем только момент, вот точки, конечной точки С, скажем так, да, вот есть у нас точка А, исходная, есть вот этот процесс, как Б, и есть конечная точка С, условно, конечная, так мы и А пропускаем, и Б вырезаем, потому что весь этот процесс, ну, типа, да пропади оно пропадом, когда это закончится. Ну, камон, это жизнь. Когда же, то есть, как говоря про момент, когда же это закончится, получается, я говорю, когда же жизнь закончится. Я в этом моменте очень серьезно предаю жизнь. И получается, что я не живу весь этот процесс, а как будто ожидаю все время результата, как будто я стремлюсь все время к результату, а не живу. Ну, извините, восхождение на вершину горы Эльбрус, скажу про Эльбрус, потому что это моя любимая гора, это же процесс, и он прекрасен. Я, правда, его не совершала, и, может быть, когда-нибудь я на это как бы решусь и осмелюсь, но это же процесс. Да, сладостен момент победы наверху, когда ты дошел, поставил флаг, да, кто же спорит. Но если ты процесс пропустил,
Ты же жизнь пропустил. Я как-то писала пост, надо найти его, кстати, что хватит откладывать, хватит все время сохранять какие-то, да, хватит в заметке бесконечно сохранять умные мысли. Блин, начни уже жить этими мыслями, этими идеями. Хватит бесконечно сохранять рецепты, уже начни что-нибудь готовить из этого. Хватит хранить какую-то красивую посуду на потом, на тогда. Посуда, значит, в скобках еще там белье, одежда, туфли, что-то такое красивое, дорогое, что на когда-нибудь, на потом. Да, блин, носи это сейчас, завтра может не быть. Хватит ждать, что когда я построю дом, сделаю ремонт, тогда я сяду, вздохну, наслаждаться буду. Нет. Сейчас. И если вы спросите, а я надеюсь, вы спросите, как же я могу к этому прийти? Можно. Можно и нужно. Это тренируется. Я не буду вас обманывать и говорить, что вот так по щелчку пальца это быстро произойдет за месяц, и может быть даже не за год, а может даже не за 5, у кого-то может это занять и 10 лет, и десятки лет. У всех по-разному. Кстати, зависит от того, насколько сфокусированно ты практикуешь. То есть если ты практикуешь так вот ради галочки, знаете, как на автомате чистить зубы, ну, тогда как бы и результат такой же странный, ну, размазанный, очень долго он будет вообще проявляться, этот результат. Если ты делаешь те же практики медитации, это единственное, что дает все то, о чем я говорила. Это единственное, что дает ощущение «я здесь, я сейчас». Это единственное, что дает этот навык, особенно когда происходят кризисные ситуации, что ты не теряешься и начинаешь жить, как бы все воспринимать как в замедленной ленте, в замедленной вот кинопленке, когда у тебя возникают еще какие-то дополнительные люфты временные. Это все накачивается так же, как любая мышца, практикой, медитациями. И вот я хочу, чтобы мы 11 февраля на этой большой встрече, мы вас очень всех ждем с разных городов, стран, не знаю, откуда хотите, приезжайте. Я уже говорила, да, вход будет за донейшн, а вырученные средства мы направим на благотворительность. Это важно для нас всех. И вот на этой встрече я хочу, чтобы мы попробовали разные формы медитации. И в движении, и в танце, и в творчестве, да, рисовании. Есть прекрасные методы. У нас в клубе оно все используется. У нас в клубе все эти методы используются. И скажу честно, потому что эта вся встреча будет приурочена к открытию дверей клуба. И в этот день вы сможете welcome зайти к нам. Зайдете хорошо, не зайдете, тоже молодцы. Может быть, кто-то заберет эти инструменты вот во время этой самой встречи 11 числа. И уже, может быть, кому-то этого будет достаточно. А кто-то конкретно поймет, что... Блин, мне нравится этот вкус, классный, я сегодня почувствовала что-то, что я реально хочу вкультивировать в себе и укрепить, и прям вот так жить, но я знаю, что я самостоятельно это не вывезу, я самостоятельно не смогу это в себе развить, мне нужна помощь. Тогда я вам советую зайти в клуб, и в клубе, в обществе, где есть и единомышленники, с которыми вы обмениваетесь своими победами, какими-то разными страхами, сомнениями. А самое главное, там есть дисциплина, и она очень расслабленная. Она очень легкая, как я вначале рассказывала, без давления. И поле. Самое крутое, что есть в сообществе, это общее энергетическое поле, в котором ты... я не знаю, тебя как будто поддерживают. И, знаете, даже иногда... Есть такая аналогия, когда тебя вот за локти держат, что ты даже, и тебя несут, что ты даже не касаешься ногами земли. Вот такое ощущение возникает, когда ты в общем поле людей, которые мыслят с тобой в одну сторону.
об этом всем я буду рассказывать 11 числа, 11 февраля на этой встрече. Следите, пожалуйста, просто за новостями, где это будет, когда это будет, во сколько это будет. Я не знаю, как назвать. Если у вас есть какие-то идеи, давайте я включу уже комментарий, потому что через 5-10 я уже буду заканчивать эфир, потому что у нас должна быть практика атмакхи-йоги с моими студентами. Если у вас вдруг будут идеи, как назвать такую встречу, пишите, пожалуйста. Я думаю, что мы еще опросник закинем в сторис, чтобы вы могли предложить. Не знаю, я пока назвала эту встречу Global Meditation, ну, такая глобальная медитация. Ну, такое рабочее название, оно не очень отражает, потому что смысл такой, что сама жизнь как медитация, и медитация — это уже твой стиль жизни, образ мышления. То есть я живу и не пропускаю момент, хрупкий момент счастья. Он хрупкий, он, блин, не повторится. Я сама только же учусь этому, но и у меня уже есть, что называется, успехи, поэтому я знаю, о чем я говорю. Я знаю, какой это кайф, когда ты вот в этой собранности. Вот что такое внимание? Представьте, внимание как луч света. Луч света может быть очень рассеянным, который, как бы, знаете, такой рассеянный, мягкий по всей комнате. Но если нужно охватить как бы так вот всю комнату, он рассеянный, он мягкий. Но если нужно что-то одно конкретное, какую-то одну область, то этот прожектор, он собирается, знаете, как лазерный луч, и он способен даже продырявить металл. Вот так нужно уметь управлять своим вниманием и фокусом своего внимания, чтобы при необходимости уметь его расширять и охватывать. Да, вот, например, когда это... Давайте мы будем просто представлять, даже закрывайте глаза и будем представлять, визуализировать. Вот ты на горе, ты на вершине горы, скалы, и невероятно красивый вид. Холмы, горы, красивые такие очертания, и закатное солнце, которое заливает золотыми лучами, золотым светом, который еще и начинает отливать пурпурно-розово-фиолетовыми оттенками. Легкий ветерок обдувает твое лицо и волосы, и ты смотришь на эту красоту, на эту невероятную панораму, и все, что охватывает твой взор, это огромная панорама, и даже ты не можешь даже охватить. Кажется, что вся Вселенная и есть вот этот весь вид, эта вся панорама. И теперь визуализируйте, как... Ну да, представьте, ощутите, как внимание такое прямо... Такое большое, рассеянное, охватывающее вот эту всю ширину, вот этот весь объем пространства. Да, представили, почувствовали, каково это, когда вот такое объемное внимание, так широко, да, на всю Вселенную внимание, но при этом оно же исходит из тебя, вот ты центр и исток этого внимания, и оно вот так лучами из тебя, как из солнца, расширяется туда, и ты как бы все это охватываешь. Прям почувствуйте это, визуализируйте, почувствуйте, закрыв глаза. И тебе кажется, что ты становишься таким огромным, таким же большим, как развернуто твое внимание на все это гигантское пространство. Ты на вершине этой горы смотришь, как расстилается под тобой вот вся эта красота, весь этот пейзаж, все эти краски, да? И затем... Сейчас мы переключимся на другое состояние, мы представляем, что мы так, опа, прямо как щупальца, как лучи, они в себя вот внутрь возвращаются, это внимание все собирается, и теперь нужно что-то одно очень важное, прямо напротив того места, где вы стоите, на противоположной горе, какой-то яркий,
как эта яркая вспышка света. Какой-то человек пытается вам подать знак, сигнал, маякует вам. И вам нужно рассмотреть, что это за свет, что это за человек. Да? Теперь представьте, визуализируйте, как тонко, сильно вы направили это внимание, все вот прям на него. Вы уже не можете и не должны вот весь этот красивый пейзаж и всю эту огромную площадь охватывать. То есть у вас уже внимание, как лазерный луч такой, фи-ю, вот так вот уже пронесся точно и четко к этому самому человеку, к этой самой точке. И вы на него смотрите, вы всем вниманием в него. И в то же время вы из себя не теряете это внимание. Оно из вас, да, вот этот луч берет начало из вас, из центра вашей груди, из центра вашего сознания. И да, осознайте, насколько это разные виды внимания, разные виды вот фокуса. Вот о чем, вот это все можно и нужно тренировать. Сейчас, да, у меня нет уже особо времени вам дать практику. Я думаю, что как-то я выйду в эфир именно с практиками. Очень хочется это будет, это сделать. Так, вопросы ваши. Где будет встреча? Скажи, пожалуйста. Я пока не знаю. Пожалуйста, следите. Об этом обязательно будет и пост, и сторис, и, наверное, в Телеграм моем соцсетнике об этом будет вопрос. Медитация со словами или просто музыка? Что лучше? Что значит медитация со словами? Если вы к тому, чтобы... Это была медитация, где вам кто-то говорит слова, там, представьте, там, пойдите туда, представьте это. Для начала такая медитация пойдет, для того, чтобы сначала научиться, да, этот навык приобрести. Но потом нужно уже начать медитировать самостоятельно с мантрой. С мантрой — это лучшая и высшая медитация, это джапа называется, да, повторение мантры и медитация на эту самую мантру. Напишите рецепт хлеба мужа в сторис. Я думаю, что мы это тоже сделаем. Так, отлично. Я рада, что этот эфир оказался для вас таким полезным. Да, очень откликнулась тема про СДВ. Ну, конечно, синдром дефицита внимания. Это глобально. Вы даже не представляете, до какой степени люди этим болеют. Это и люди. А самое страшное, что они даже не осознают, что они этим болеют. Поумничаю, что называется, еще напоследок, поскольку мы живем в такое время, где от нас как будто даже не требуется быть такими включенными, да, мы быстро-быстро-быстро несемся, от нас требуется как будто бы результативность, эффективность и скорость, а про внутренние качества, внутренние переживания, энергию об этом не говорят. Но я уверяю вас, настанет время. Я не знаю, когда настанет время, когда важнее будет состояние и вот из вот этой замедленности, из заземленности, и будет важно качество, но не количество. Лучшие компании мира, самые блистательные умы мира будут обращать внимание именно на это. Уже вот эта вся история с американской гонкой, мечтой, Уолл-стрит, вот это все уже будет отходить на задний план. Мы входим в какую-то новую эру, где все это уже будет иметь гораздо меньше значения. И люди, которые живут по принципу быстрее, выше, сильнее, результат, лишь бы там нахапать, достичь, достигаторство, это будут считаться люди, я не хочу сказать недалекого ума, но неразумными, немудрыми. Поэтому выбор за вами. Вы хотите быть в какой категории людей? Людей хорошо, можно внешне, знаете, много чего достичь, квартиры, машины, яхты, пароходы, а внутри суета, гонка, пустота, воспаление, болезни, болезнь ума, болезни тела, несчастье, дефицит внимания к себе, к жизни, к близким, детям, мужу. Но внешне все есть. Вы хотите такое счастье? Супер. Или же вы от чего-то отказываетесь? Вовремя отказывайтесь, выполняйте меньше действий, но у вас результатов больше. То есть у вас просто вместо 10 нелепых движений одно точное. И попадание этого одного точного движения, возможно, даже внешних результатов, побед, достижений даст даже больше, чем вот эти все
лишние суетливые движения. Так, вопрос про атма-крия-йогу. Будет ли в ближайшее время? Я боюсь, что до отъезда в Индию я не успею, поскольку я буду занята как раз запуском клуба. У нас будет третий поток как раз в начале марта. А я уеду к середине февраля, плюс-минус, уеду в Индию. Я не успею, мои дорогие. Поэтому вот я буду готовиться как раз к этой большой встрече. Пожалуйста, если у вас есть варианты названия «Бесконечность в медитации». А, вот уже. Очень интересно, кстати, «Бесконечность в медитации». Давайте я заскриншочу. Так, «Дыхание жизни». Откуда-то я это слышала. «Расширять кругозор» — это то же самое. Да, это все то же самое. Так, 11 февраля. Что с зубами? Мне поставили в рэкеты на 4 или 5 зубов, я не считала. Так, я такое видела между сном и бодрствованием. Это, видимо, про практику. Почему у меня меняется голос, я не знаю. Очень приятно вас слушать, спасибо. Так, здорово, здорово. Вот был вопрос, будет ли трансляция эфира, да, трансляция встречи 11 февраля. Да, будет, мы хотим сделать. Вообще наш фокус будет больше, конечно, на офлайн, потому что мы офлайн ждем неограниченное количество людей. Ну как, в разумных пределах, да. Я думаю, что... Не знаю, короче, я не знаю, какое количество людей мы готовы и способны будем взять. Но онлайн тоже будет трансляция, обязательно будет трансляция. То есть эта встреча вся будет в честь открытия, да, открытия дверей в нашем клубе. Так, я начала медитировать и один день пропустила. Можно ли продолжить? Конечно, да, нужно. Хотелось бы дальше делать с вами медитацию. Будем ждать новых встреч. Я обязательно повторю, обязательно сделаем эфир, я думаю, прям с практикой. Может быть, даже разные формы и виды какие-то практик попробуем, чтобы вы почувствовали, что такое медитация на разные способы попробуем, и вы почувствуете, насколько какая между ними разница, как вы себя ощущаете. Так, с какими мантрами медитировать, все ли можно, есть ли разница? Конечно, есть разница. Каждая мантра определяет, ну, относится к тому или иному аспекту божественного. Я рекомендую медитировать с мантрами, которые так называемые великие мантры или маха-мантры, как Ом Намо Нараяная. И мой Гурудев в начале пандемии дал человечеству мантру Шри Виттала Гиридхари Парабрахмане Намаха. Я считаю, что... Не то, что я считаю. На мой вопрос, какую мантру мне давать людям, да, вот публично, когда я с ними общаюсь, и я передаю твои знания и мудрость, какую мантру ты бы хотел, чтобы я им давала, когда я ему задал этот вопрос, он сказал Шри Виттала Гиридхари Парабрахмане Намаха. Я думаю, что следующий эфир я как раз сделаю с этой мантрой, потому что медитация с мантрой дает такую силу, такой эффект трансформации, который не способен дать ни один другой способ медитации. Но почему на этой встрече мы хотим показать, да, я вот хочу, это моя идея, показать эти разные способы, чтобы вы понимали, что когда я чищу зубы, когда я картошку чищу, там, режу, когда я там делаю то, еду в метро, в машине, я могу быть в медитации или хотя бы быть устремленным. Это качественно поменяет жизнь. Так, ну что, я думаю, что у вас, я не успеваю, очень много вопросов. Дорогие мои, я должна уже завершать эфир. Этот эфир сохранится. Если у вас будут какие-то вопросы в отношении того мероприятия, о котором я говорю, 11 числа, пишите, пожалуйста, их в комментариях под эфиром. И, пожалуйста, предлагайте название этого события, этого мероприятия, которое пройдет 11 числа. И, возможно, мы так его и назовем, как кто-то из вас и предложит. Все.
Всем прекрасного вечера, времени суток. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.